Несмотря на наступившее похолодание на Кубани, к стадиону со всех сторон лились потоки болельщиков. В Краснодар приехал действующий чемпион России ЦСКА. Пометуя недавний победный матч с Локомотивом, кубанская торсида ждала от своих любимцев такой же яркой игры и не менее яркого результата. Армейцы с первых же минут предложили высокий темп игры, стараясь внести сумятицу в оборону хозяев. Но уже в 10-й минуте Кубань приняла вызов и прижала армейцев к своим воротам. Атаки шли со всех направлений. Активные действия Карнаухова, Рикарду и Кантонистова на протяжении следующих 10 минут держали в напряжении оборону ЦСКА. В середине тайма армейцам удалось выровнять игру. Свои атаки они строили в основном на дальних передачах в направлении Вагнера. Но тот или оказывался в офсайде, или же проигрывал в единоборствах с краснодарскими защитниками. Но в конце концов эта тактика принесла результат. После очередного длинного паса в воздушной дуэли сошлись полузащитник хозяев Виталий Калешин и все тот же Вагнер. Судья Гвардис усмотрел действия краснодарца нарушение и установил мяч на линии штрафной прямо по центру ворот. Помимо голкипера Кубани, Диканя место у правой штанги занял виновник происшествия. Но Осмара Феррейру не смутила такая подготовка к его удару. И не сильно перебросив мяч через стенку, аргентинец отправил его между вратарем и его помощником. Открыв счет в матче, ЦСКА на эмоциональном подъеме продолжал атаковать. На 42-й минуте после подачи с фланга Феррейры опасно бьет головой по воротам Иржи Ярошек и попадает в перекладину. В конце тайма Кубань ответила затяжной атакой, и после неудачного розыгрыша углового команды ушли на перерыв. Второй тайм соперники продолжили играть на высоких скоростях в жесткой силовой борьбе, избегая грубых нарушений. Однако на 47-й минуте Вагнер длинным пасом выводит один на один с вратарем Кубани своего капитана. Ожидая отмашки бокового арбитра, Ивайло Петков теряет секунды и, не успевая за Симаком, вынужден его свалить. Строго следуя букве футбольного закона, Гвардис показывает защитнику Кубани красную карточку за фол последней надежды. Удар Феррейры с назначенного штрафного на этот раз цели не достигает. Воспользовавшись замешательством оставшихся в меньшинстве краснодарцев, ЦСКА проводит след быструю атаку. Проход по правому флангу Чиди Одия заканчивается точным пасом на голову Симака, который, продолжив движение мяча, перекинул его через Диканя и отправил в дальний угол ворот. В чести краснодарцев пропущенный гол еще больше добавил энергии в действия команды. С середины второго тайма и практически до конца Игорю Акинфееву и защите армейцев пришлось продемонстрировать все свое мастерство, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Особенно был опасен удар Рикарду на 67-й минуте, когда, обойдя своим фирменным финтом двух защитников, тот сильно пробил в левый нижний от вратаря угол. Бросок Акинфеева был настолько эффектным, что вызвал бурю аплодисментов на стадионе. В конце матча активизировался выше на замену нападающий армейцев Дмитрий Кириченко. И если первый его удар не принес результата, то второй, после выверенного паса Евгения Алдонина, в третий раз сколыхнул сетку ворот Кубани. Несмотря на поражение, на лицах болельщиков после матча не было уныния. Их любимая команда в этот день ни в чем не уступала именитым гостям. Но футбольная фортуна на этот раз выбрала сильнейшего. Так, в целом, очень тяжеловато было нам, особенно по первому тайму, когда и моменты были у Кубани, которые, вот, к счастью, значит, мы не пропустили, а в целом, так сказать, выиграли игру. Но во втором тайме, когда удалили игрока, конечно, здесь уже мы получили на одного игрока больше преимущества. Вот поэтому здесь. Так, в целом, я доволен игрой. Ну, я думаю, что Валерий Юрьевич все сказал. Я просто хотел бы сказать, что счет не по игре. А так, комментировать. Не то, что нет сил, просто эмоции все на поле остались. Игра была равная и в первом тайме, даже территориальным преимуществом владела Кубань. Нам повезло то, что удалось вот реализовать штрафную. Во втором тайме забили второй мяч. После этого, конечно, стало играть проще. Хотя Кубань до последнего старалась сократить преимущество. У нас были моменты. Я думаю, игра получилась интересная.